имею право на основании статьи 39 Конституции Украины и выражаю волю людей, неравнодушных к своей судьбе и судьбе своих детей, выражаем решительный протест вопиющими фактами нарушения конституционных прав жителей на благоприятную среду жизнедеятельности со стороны Павлоградского городского головы Вершины, депутата Павлоградского городского совета, руководителя Павлоградской местной прокуратуры, старшего советника юстиции Пальченко, начальника Павлоградского отдела полиции Украины в Днепропетровской области, полковника полиции Рыбака. Считаем необходимым и требуем пересмотреть, провести, то есть перерасчет, оплату за проживание в городке улица Войновой 7А. В сторону понижения. Например, два взрослых и два решения, два ребенка на площади 9 квадратных метров 6 тысяч гривен в месяц.